выходные закончились, ну, пора уже начинать работать, что-то делать. Еду-ка я в рейс. Значит так, хотел я сначала на маршрутке проехаться, но они все забиты, сейчас час пик, 8:30, все на работу спешат. Там иди где-то так, 2 километра. Ну, думаю, пройдусь. Полезно. Тем более на рефе езжу. Это не то, что там на шторе бегать с этими ремнями, там затягивать. Физкультура. А здесь такая физкультура. Добраться до машины. Я везу сейчас 16 палет груза. Как их хорошо разделить по осях? Грязная машина. Ничего, помоем. Значит, я ставлю 9 палет по одной. И потом уже 10, 11, 12, 13 по 2. И до конца двери уже тоже по одной. Всего 16 палет. Тогда получается вес на здесь и здесь, на этих два колеса. Тут само собой будет вес по одному. Тогда распределю я хорошо вес. Но это если одинаковые палеты с одинаковым весом каждая. Но если разные бывают повыше, потяжелее, но там уже тоже уже нужно по-другому. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way out of this state of mind. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Пользуясь случаем, хочу снять обзорчик. Пока за кофе пойдет коллега, встретились по дороге. Машину Scania Streamline, чтобы вы видели, какая же в середине кабина Streamline, ну, чуть-чуть ниже. Мы сейчас на заправке. Вот. Он тоже сейчас едет на мойку и на границу.
Take a moment right here. Feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Хотел рассказать за эту скамейку в кабине Streamline. Поначалу водитель говорил, что там маловато места, но со временем довольно быстро уже говорит, что привык. Она на автомате, есть свои плюсы. Я-то люблю больше на ручной. Есть морозилка, морозильная камера отдельная. Так, впрочем, тоже хорошая машина. Итак, ребят, увы, я уже должен заканчивать видео из-за того, что сейчас уже делаю другое пересечение границы. Может, было мало всего интересного. Это можно оценить лайком или дизлайком. Напишите в комментариях, интересно ли будет вам дальше, чтобы я рассказывал про эти самые палеты, как раскладывать. Вот. Потому что я так снял по-быстрому, не подумал, что там нужно было четко рассказать, с которым весом нужно там расставлять, сколько было у меня вес на палетах. Вот. Так, пока что все. Я пока буду делать еще одно видео, потому что не могу все навалить на одну кучу. По темам нужно раскладывать. Это пока я записываю под тем темам, которые вы мне пишете в комментариях или на социальные сети.
что, если что, еще подписывайтесь на Фейсбуке, ВКонтакте. Все, всем пока.